Новый налог США, газированный, под прицелом содовой энергетики и подслащенные чаи. За принятие документа проголосовали избиратели в калифорнийском городе Беркли. Размер пошлины составит 2 цента за унцию. При этом диетическая газировка, молоко и напитки для специального питания под налог не попали. Платить пошлины будут не потребители, а продавцы. Исключение – малый бизнес.